У нас великолепные новости для всех, кто обожает сыр. Оказывается, это лакомство продлевает жизнь. Согласно исследованию, в выдержанных сырах содержится особое вещество, которое относится к группе полиаминов и значительно снижает риск возникновения сердечных заболеваний. Замедляет старение и увеличивает среднюю продолжительность жизни. Сначала ученые провели эксперимент на лабораторных мышах и установили, что регулярное употребление содержащегося в сырах полиамина продлевает грызунам жизнь. После этого был проведен опрос среди 800 жителей Италии. И оказалось, что люди, которые регулярно едят сыр, менее подвержены гипертонии, сердечно-сосудистым заболеваниям, а риск развития сердечной недостаточности у них снижен на 40% по сравнению с теми, кто не включает сыр в свой рацион. Продлим свою жизнь и мы. Прямо сейчас рецепт завтрака с сыром. В эфире рубрика «Утро со вкусом». Оригинальные рецепты яичницы в хлебном горшочке удивляют своей красочностью, вкусом и, конечно же, неординарным исполнением. Готовится такая яичница быстро и очень легко. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Булочки-помпушки 6 штук, яйца 6 штук, растопленное сливочное масло 1 столовая ложка, овощи или зелень по вкусу, на ваш выбор петрушка, укроп, базилик, болгарский перец, помидоры, зеленый лук и шпинат, сыр 200 граммов, соус, соль, перец по вкусу. Перед тем, как начинать приготовление, разогрейте духовку до 175 градусов и заготовьте начинки для яичниц. Далее вырежьте отверстия в булочках и выньте из них мякоть. Каждый горшочек смажьте внутри растопленным сливочным маслом, поперчите и посолите. Положите булочки на смазанную маслом, чтобы горшочки не прилипли к противень. Далее самый важный и самый творческий шаг в приготовлении яичницы в хлебном горшочке. Первый слой – соус. Это либо кетчуп, либо майонез, горчица, либо мелко нарубленный лук. Второй слой – сыр. Третий слой – овощи или зелень. И сверху разбиваем яйцо. Затем хлебные горшочки отправляются в духовку и выпекаются около 20-25 минут или пока желток яйца не схватится. Если предпочитаете жидкий желток, то вытащите чуть раньше. Приятного аппетита!